Здравствуйте! Вы смотрите программу «Новости реабилитационного центра Сикрест». Принятие решения – это всегда сложный и трудоемкий процесс, особенно если это касается здоровья ваших родных и близких. Как сделать правильный выбор? Об этом в сегодняшнем выпуске. Центр «Сикрест» – это реабилитационный комплекс на берегу Атлантического океана, где ежедневно проходит восстановление сотни пациентов. Под одной крышей находятся все необходимые специалисты и проводятся важные для здоровья процедуры. Основная задача сотрудников – обеспечить пациентов лучшими условиями и дать им профессиональную медицинскую помощь. Чистые светлые комнаты оборудованы всем необходимым. Мы находимся в одной из комнат, где живут наши пациенты. Посмотрите, какая светлая и уютная комната с прекрасным видом на океан. Несколько лет назад в центре открылось свое отделение диализа. Диализ-центр открыт для пациентов, у которых отказали уже почки. Они приходят сюда к нам 3 раза в неделю по 3-4 часа, и мы очищаем их кровь. Теперь пациентов, которым нужна процедура очищения крови специальным аппаратом, достаточно спустить на лифте на первый этаж, не выходя из здания. Это, безусловно, помогает пациентам более комфортно переносить жизненно необходимую процедуру. Реабилитация в центре – это определенный образ жизни. Утром – процедуры в зале физиотерапии, встречи с врачами, а потом – прогулка на свежем воздухе. Центр «Сикрест» – великолепная прогулочная площадка с видом на океан. Свежий воздух, общение пациентов друг с другом помогает им быстрее восстановиться. Благодаря процедурам, которые используются в центре, люди с заболеваниями почечной недостаточностью могут жить долгой и активной жизнью многие годы. Якова привезли в центр после тяжелой травмы на колено. Шансов встать на ноги у него практически не было. Долгая реабилитация и правильное лечение вернули его к привычной жизни. Теперь он признается, что любимое его занятие – это танцевать. А кроме этого, он сказал, что встретил здесь прекрасную женщину. Теперь они вместе восстанавливаются, поддерживая друг друга. Реабилитационный центр «Сикрест» – это лучшее, что вы можете сделать для своих родных и близких.